Атырау қаласы және Юаз Досманов атындағы спорт сарайы. Ну что, дорогие друзья, давайте сделаем это. Посмотрим вместе с вами эти шикарные повторы. Ну и вот девятый номер начинал. Мы видели это Жаном. Тут же еще один расстрел. И обратите внимание на вратаря. Все-таки хороший вратарь. У Тимиртау, несмотря на пропущенные шайбы, 22-й номер. Здесь тоже пытался 20-ку грузить. Это у нас Деликов был. Еще один бросок. Да были моменты, на самом деле. Были моменты и всегда в целом. Да, здесь хорош. Вот они. Поехали. Красавцы. Действительно, я напомню, что в большинстве две шайбы были забиты Жасбатыром. И вот он, строчки. Смотрите, с передачи 95-го номера 45-го. Туда же третий будешь. И заходи, говорят, ворота этой шайбы. Такой момент тоже был в этой игре. Вот он, крупным планом показывает нам Романа Строчкина. Ну, он действительно во всех хайлайтах знает уже все на чемпионате. И давайте посмотрим момент от 44-го номера с 24-м. Вот тут прекрасно. Вот здесь хорошо было, да. Попал, что ли, получается, да? Мне показалось, что как раз-таки Садыков Арман остановил шайбу и добил ее. Ладно, здесь уже детальнее нужно будет. Повтор, сам факт. Садыка. Артем Гажаев по красоте оформлялись. Там же, кстати, и Роман Строчкин тоже очки набирает вот в этой шайбе. И вот он момент тоже, да, казалось бы, ну вот иди забивает, но вот тут же не везет Тимирдау. Строчкин здесь накинулся неудобный, и вот уже передача на Строчкин. И на была, и тут, смотрите, какой курьезный момент, одна из незабитых шайб. Вот тут 19 номер атаковал тоже, коротких Никита, прекрасно. Да много моментов было, еще раз говорю, что, ну, счет такой, какая-то вот такая магия же Батыры, хотя реально игра-то была смотрибельная. И по хайлайтам мы смотрим, да, сейчас еще один гол забили. По хайлайтам-то они есть у Тимиртау. Что скрывать-то? Посмотрим, что будет завтра. Здесь еще, напомню, будет несколько моментов. 77-74. Также здесь комбинационная работа. Ну и вот на воротах. Вот тут уже бейсбол начался, и мы видим, что 95-й номер снова пытается атаковать, просто делает это шикарным образом. Под перекладину залетает, да? Тут, конечно, без шансов. И снова здесь, снова это троица. Да, вот так. Хорош, действительно, Щепийский Даниил сегодня в этой встрече. И ну куда без Строчкина, там и Арсен Мухамедьяров, не забывайте, как набрал-то тоже немало. Пожалуйста. Да, вновь момент, и еще один отпавшего здесь. Это не последний, Кантуган был Матихан ассистентом. Ну и крайний был от Армана Садыкова гол. Я думаю, мы сейчас его увидим. Там также Строчкин присоединился с Первутинским ассистенты. Сейчас посмотрим. Вот Папшев раздает всем кулака. Мы ждем. Там должен быть остаться припасен хайлайт, на мой взгляд. И на мою память. А вот пока еще раз не сказать. Тимиртау. Здесь проход хороший. 95-93. Да? Готов был снять этот момент. Любой момент. Такое масло масляное. Но получилось. Да и Тимиртау на самом деле вели себя уже даже с разницей большой по счету. Вот она шайба 24-го, 51-го и 8-го номера. И все равно достойно, даже несмотря на большую разницу в счете, бить с Доталова до последнего. Это, ну, всегда приветствуется, я думаю. И болельщики смогут это тоже оценить. Ну а Жасбатыр сегодня, видите, опять выигрывает, но набивая себе не кисло статистику личную, но это вы уже посмотрите в протоколах на сайте по личной. А давайте командную посмотрим. Ну что,
Жазматер перебросал, 43 броска против 30. Видите, по вбрасыванию та же самая ситуация. 39 бросаний выиграли против 28 выигранных Тимиртау. Здесь же по в большинстве 2 гола забили. И, соответственно, по удалениям 8 штрафных минут было у Тимиртау, 2 у команды Жазбатыр. Вот такая была игра, на самом деле увлекательная. И, несмотря на этот счет, не очень убедительный. Ну, а мы узнаем, что будет завтра на реванше. Желаю удачи обеим командам заранее. Главное, чтобы мощно, сочно поиграли и действительно насытили зрителя. Пока-пока, всем хорошего вечера. Берегите себя, берегите своих близких.